у твоего брата. Сокровища где-то там. Надо только спасти Сэма, пока они их не нашли. Смотри. Вон там. Я одолжила его у наемников. Ты скатилась с самого верха? Да, так было быстрее. Нам осталось придумать, как забраться обратно. Нейт, тут лестница, подсади. Да, сейчас. Давно ты? На острове? Пару часов. Видела кого-то? Да. Воздух. Впечатляет, да? Да я ее толком не разглядела. Занята была? Искала тебя. Ну да. Значит, Салли тебя посвятил в подробности этой истории? Ага. Генри Эвери. 400 миллионов, 12 основателей, сотни колонистов. Ты об этом? Да, вполне исчерпывающе. Было время, пока летела сюда. Ого. Похоже на то. Честное слово, Эвери нанял лучших инженеров той эпохи. Видимо, так он переправлял грузы вверх по реке. Да, скорее всего. Вот и машина. Только надо забраться. Ну, что думаешь? Куда? Давай осмотримся. Слишком высоко. Ищем другой путь. Нашел. Могу тебя подсадить. Отлично. Извини. Может, есть другой путь наверх? Эй, я вижу тропу. Можно пройти. Поищи там что-нибудь, а? Ага. Я тут кое-что нашла. Подожди-ка. Побереги. Спасибо. Thank you.
поможет. Ты скачешь. Неплохо, да? Молодец. Взял и разобрал девушку. Теперь. Давай, я буду ждать там. Я в порядке. Вроде. Все под контролем. Постарайся как-нибудь забраться. Так точно! Иди сюда! Нейт, ты сможешь оттуда выбраться? Кажется, это тупик. Ну, может, лифт еще работает? Вряд ли. Ему 300 лет. Он сгнил весь наверх. Он, скорее всего, даже не... В общем, увидимся наверху. Парни, есть... Кто так, чё? Они! Эй, здорово ты его! А, ерунда. И в какой стороне машина? Ее будет проще найти сверху. Да, хорошая мысль. Ха!
Зато хоть лишние калории сбросим, да? Здесь никого нет! Смотри, наемники. Нашли твою машину. Строго говоря, это их машина. Так давай ее снова заберем. Думаешь, она с Дрейком? Будет вечеринка! Смотрите в оба парки! Наемники своих денег стоят. Валим, пока подмога не приехала. Есть варианты? Выше по реке, у водопада, есть проход. Смотри на этот вид. Дровущий. Видимо, новый Деван наверху. Давай поднимемся. У меня вопрос. Зачем Рейфу Адлеру сокровища Эверли? Деньги-то ему явно не нужны. Ему нужна слава.
Он не хочет, чтобы его считали просто богатым наследничком. Он точно не отступится. Рейф и Шорлайн созданы друг для друга. Ему нужны солдаты, им его деньги. Разве? По-моему, они и так не бедствуют. Шорлайн ввязалась в пару гражданских войн с неудачным исходом. Отец Надин чуть не разорил компанию. Она, видимо, надеется, что теперь о них снова заговорят. Отъезжай. Почему Сэм не пришел сразу к тебе, после того, как Рейф его освободил? Я думаю, он хотел сначала выяснить все, что Рейф известно про Эрик. Плюс ему нужно было время, чтобы выдумать ту байку про Альтаса. Если б я только навел справки. Еще одно безумное приспособление. Сюда даже машина поместится. Надеюсь, этот тоже работает. Осмотримся. Конечно, нет. Было бы слишком просто. Колесо еще крутится. Либо мы починим эту штуку, либо придется карабкаться. Пойдем глянем.
так. Отойди, я сделаю. Давай. Спасибо. Ничего, надо забраться выше. Был бы тут еще один лифт. А ты сомневалась? Погоди, я остановлю колесо. Все, готово. Умничка. Сейчас я отсоединю лебедку. Хорошо! Я подгоню машину третьего. Молодец! Приготовились! Теперь? Может, мне надо... нормально. Ну да. Черт! Берегись! Прячься! Прячься за машиной! Попробую их обойти! Ага, чувак, на вас машина, появились.
Я что-нибудь придумаю. Поведешь. Да ну, ты же сама неплохо водишь. После всего, что было, мне надо передохнуть. Ну что, заслуженно. Я тут подумала, чтобы все это построить, нужно было потратить кучу денег. А вдруг от сокровищ ничего и не осталось? Нас тоже мучил этот вопрос. Вот так. Все под контролем. Мы уже близко. У тебя случайно нет во что переодеться? Есть. Супер. На самолете. Не супер. Дамба, мы можем проехать через шлюз.
О, там есть за что зацепить веревку. Ну, поехали. Не выйдет, завалено. Ясно, попробую другой. А за второй дверью? Здесь вроде ничего. Отлично. Порядок. Мы тут увязли. Надо объехать. Черт! Почти ведь получилось. Нужно разогнаться. Берег слишком крутой. Поехали! Может, вон там можно проехать? Точняк! Ну что? Держись! Получилось! Ты как будто удивлена. Ну, чуть-чуть. Мы наверху. Что лифт работает? Пока что два лифта из двух. Значит, удача скоро от нас отвернется. Водяное колесо исправно. Это. Интересно, кто тут жил? Ну, наверное, какой-нибудь хранитель лифта. Хранитель лифта? Да, а то вдруг нагрянут какие-нибудь пираты с инспекцией. Они знали, что надвигается беда.
Я держу. Гони машину. Ладно, попробуй. Три из трех. Они плохие инженеры, ребята. Ну-ка, помоги мне. Давай. Так. Да. Даже если ты хочешь защитить меня, у тебя нет права брать. Что бы там ни было, надо честно все обсуждать и решать вместе. Команда. Я понимаю. Ну, правда, просто... Я... Знаешь... Давай лучше потом. Не будем отвлекаться. Курс на Новый Дэвон. На другую сторону моста. Держись. Ты? Держись! Беги! Сворачивай! Впереди водопад! Не могу! Течение сильное! Готовься! Ты? Держись! Холодная! Ты! Вон там! По тем столам понятно. Вперед! Получилось! Давай! Thank you.
Я жив! Дерево ломается! Да ладно! Дерево ломается! Да ладно!